Посмотрите внимательно на евро. Эти все уровни, которые вы видите, проведены, да, их на самом деле очень много. Видите, я всегда провожу уровни, которые у меня стоят на рынке. Посмотрите, как великолепно на самом деле четко отработал уровень. Сейчас я вам покажу. Смотрите внимательно. Видите? Это уровень, который был с дневки. Посмотрите внимательно, как он отработал. То есть на рынке всегда можно найти инструменты, на которых можно заработать. Да? Вот обязательно посмотрите. Великолепно. Притом и нижний уровень был. Смотрите, видите, чуть-чуть не дошли. И верхний. То есть первое, что вы должны сделать, это правильно научиться проводить уровни. Когда вы проводите уровень, вы, естественно, так как я должен вам обосновать, почему я там провел уровень, вы должны себе обосновать, почему провели уровень. Например, вот здесь, видите, был уровень по 1.05. Этот уровень можно уже сместить, да, то есть его можно переадаптировать, да, вот сюда. Видите? Неважно то, что он здесь с этой стороны не схватывается. Самые сильные уровни всегда это ближайшее левое. Но, видите, то есть инструмент не просто по сценарию ходит, он четко отрабатывает уровень. Почему? Уровень – это то место на графике, где расположены самые крупные лимитные игроки. И в данной ситуации, видите, вот вы должны понимать, откуда, в принципе, это все взялось.